Очаков ТВ представляет. Влады. О, здорово, блин. Давно тебя не видел. Влады. Что ты там? Как ты там? Ты не будешь матом кричать? А ты меня будешь писать, если я не буду матом кричать, да? Нет, я всегда записываю, хоть ты будешь кричать матом, хоть не будешь. Эх, ты жулик, Вадик. Почему? Заграничный. Ну, почему? Ты советской начинки. Советской начинки только за границей. Ты в разработке, да? Ну, советский да. Проект. Советский понятно. Проект, но модифицированный, понимаешь? Модифицирован, все правильно. Под современную, под сегодняшнюю привязку к сегодняшнему. Действительность, да? Да? Да, действительность сегодняшняя. Слушай, ну а ты вот, вот реально, ты знаешь, что доллар ушел за стольник, да, рублей уже? Слышал это? Я, как ты знаешь, я долларом не пользуюсь. Нет, ну понятно, просто ты же понимаешь, что чем... Я даже не интересуюсь ним. Долларом я не интересуюсь. Нет, это понятно, но чем дороже доллар в рублях, да, ты же понимаешь, что тем дороже у вас продукты будут, инфляция будет повышаться. Продукты у нас те же, все тоже, все хорошо. Ну, Северный Кавказ. Как может у нас продукты повышаться? На Северном Кавказе? Какой Северный Кавказ? Ты же из Воронежа. Ты же из Воронежа. Не там, не за границей, не там, не в Украине. Ты же из Воронежа. Понимаешь? А все к нам едут. Ты же из Воронежа. Какой Северный Кавказ? Молодец. Вот всегда мне подсказывают, я из Воронежа. Провайдер воронежский, значит, все должны из Воронежа быть. А откуда ты? Где ты сейчас находишься? Ставрополь. Хутор Тельмана. Минеральные воды. Ну, я знаю, где Ставрополь. Ну, вот, видишь, как хорошо. Слушай, ну хорошо, я смотри. Я всем, ну, никто еще не приехал. Ну почему вы не приезжаете? Смотри. А все почему-то до Воронежа. Провайдер Ростелекомовский, а он у меня от Воронежа. А до Воронежа где-то 1000 с чем-то километров. Слушай, ну ты же понимаешь, что когда доллар дорожает, да, то у вас все товары дорожают. Например, машины ваши легковые подорожали во сколько раз? О чем речь? Все стоит на своих местах. Это вам почему-то в уши вкладывают информацию нужную. Ладно. Но машины не подорожали у вас легковые? Не, машины не подорожали. Кстати, Веста выпущена в этом году 1 300 000. Которая без АБС, без электроподъемников и еще там... Все есть. Почему? Нет, без подушки, есть. Без подушек безопасности. Подушки безопасности, все есть. Ну, ты посмотри технические данные, ну, зачем ты так врешь? Вот вы, американцы, все врете, да? Слушай, а почему у нас новые машины стоят дешевле, чем ваши вот эти «Лады», которые машиной назвать, ты же понимаешь, очень сложно. Почему? «Лада», покупаемость у нее очень высокая. Конечно, потому что других-то нету, все остальные еще дороже. Машины. Почему и другие у нас есть? Ты думаешь, что у нас нету Шевитах или Рамдодж, ты обижаешь. Да, и много у вас людей покупает Шевитах? Немного, конечно, она стоит уже под двадцатник. Она и американцы немного покупают. Да, ну так американцы покупают огромное количество других машин. Американская экономика очень сильно поддернула. А почему? Что такое поддернуло? Подожди, поддернуло это куда? Вниз. Неправда. Американская экономика сейчас на очень высоком уровне. Это так, как ты мне насчет «Лады» рассказывал. Правда? Нет, американская экономика на высоком уровне. Вадик, удачи тебе, здоровья, долголетия. Человек поменялся, вы знаете, он... Раньше он хрюкал, ну, причем я не фигурально выражаюсь, а конкретно. То есть он говорил какие-то просто вот каждое слово мат. А сейчас прям такой он настроен миролюбиво. Что случилось? Что с ним произошло? Какая-то метаморфоза?
Может, до человека все-таки начало доходить, и он до конца еще, может, признать не может и не хочет, насколько он заблуждался в своих представлениях о своей стране. Вот. Я надеюсь, что это так, потому что раньше с ним невозможно было разговаривать. Кто смотрит давно мой канал, те помнят. Это были такие ролики, что просто там, ну, не надо было выставлять, потому что там мат на мате был. А сейчас, смотрите, начал разговаривать по-человечески. Ну, может, дойдет когда-нибудь до него. Здорово. Здорово. Ты откуда, с Украины? Да, город Очаков. А ты откуда? Я из России. А город как называется? Город Слава России. А, город называется Слава России, да? Да, да. Это он в голове у тебя, этот город, да, расположен? Да, в голове, да, расположен. Да. Или в заднице, где он у тебя расположен? Нет, в голове расположен. А голова в заднице при этом, да? Нет, это у тебя в заднице голова, а город у тебя в жопе. Какой ты грубиян, слушай. Вот ты видишь, блядь, переходишь на грубость. Я хохол. Хорошо, только не ори. Я хохол прозираю. Во-первых, не ори, во-вторых, открой микрофон. Ты кого-то прикрыл микрофон, тебя хуже стало слышно. Я хохол прозираю. Да я это понял, не надо говорить это 40 раз. Я понял, что ты идиот. Я же это понял с первого взгляда на тебя. Конечно, идиот. Слушай, а за что ты не любишь украинцев? Расскажи, вот давай без матов, умеешь разговаривать? Что, я не люблю? Потому что они за хуй собачьи. Ты без мата умеешь разговаривать? Они положили людей за фиг собачий, молодежь, за фиг собачий. Кто они и кого положили и когда? Давай, с этого момента поподробнее, только без мата поговорим с тобой, давай. Ну, когда война была, когда начала война. Не в 2014, а в этом году. В каком в этом году? В этом году. Ты имеешь в виду, когда Россия широкомасштабно напала уже на Украину, да? Да. И Россия положила почти 260 тысяч твоих гавриков ваших, да? Это ты имеешь в виду или что? Я не понял. Это молодежь. Молодежь, чисто. Молодежь, 260 тысяч ваших почти уже, ну 250 с чем-то. В основном молодежь положили вы своих, это правда. Это вы положили, не мы. Да, украинцы положили ваших захватчиков столько. А зачем? А затем, что вы пришли захватывать чужие земли. И вы должны умереть на них. Мы не должны умереть, это вы должны на нашей земле. Ну подожди, захватчик же должен умереть, правда? Или нет? Нет, не должен. Подожди, то есть ты считаешь, что захват чужих земель это нормально, да? Блин, мы не захватываем. А что вы делаете? Мы, блядь, боремся за свою родину. А как вы боретесь за свою родину на территории чужой страны, присваивая себе территории этой чужой страны? Как? Не знаю, как это будет. Смотреть. Не знаешь. Я понял, что не знаешь. Вот видишь, ты нифига не знаешь, а пришел сюда говорить какую-то ерунду. Хоть бы подумал, прежде чем говорить. А ты сам каких районов? С Новосельских. А ты? А что ты не служишь? Я по возрасту вышел уже, из призывного возраста вышел. Я из Курска. Ты из Курска, да? Да. Слушай, ну если ты считаешь, что ваши защищают твою землю, почему ты не идешь защищать свою землю? Бля, сейчас будет призыв. Только не ругайся матом. Сейчас будет этот. Ну, а что ты добровольцем не идешь? Пойду, когда полная жопа будет. А что ж ты? А, когда тебе будет полная жопа, тогда уже поздно будет. Нет, когда будет там полная жопа. А, как вам полная. Я с тобой согласен, ты знаешь. Не, когда вам будет полная жопа, тогда, ты знаешь, тебе надо будет идти. Но только вам. Смотри, уже поздно будет идти. Тебя там сразу за 200 в первый же день. А еще хуже. Без рук, без ног будешь. Хочешь без рук, без ног остаться? Уже доход
кто приходил. Да, ну не ругайся матом, да. Чего ты? Мы же договорились. Уже много кто приходил в профиль, пляж. Да, уже многие у вас пришли без рук, без ног, это правда. Но вам все мало. Вы лезете и лезете. Слушай, как это тебе нравится? Нравится то, что доллар у вас ушел за отметку 100 рублей? Он не ушел. Ушел? Он не уйдет. У тебя есть доллары или у тебя рубли? Или у тебя вообще ничего нет? У нас рубли, это у вас там, блядь. Не ругайся матом, не ругайся. Это у вас гривни, да? Гривни сейчас? Да, гривны, да. Ну, слушай, подожди, ты мне скажи, у тебя ты держишь деньги в чем? В долларах, в рублях или только там, во сне, в мечтах ты их держишь? В рублях. Сколько у тебя есть денег? А зачем знать? Ты кем ты работаешь? Неважно, кем я работаю. Зачем знать? Ну, это же очень интересно. Мне интересно, вот как вот ты же вот такой вот обычный, как тебе сказать, упоротый, точнее темный. Ты темный россиянин. Курский темный россиянин. Ты темный. Ты ничего не знаешь. Ты ничего не хочешь знать. Я уверен, что ты нищий. И у тебя, откуда у тебя вот эта вот имперксость, что мы там кого-то там защищаем, блин. Я пойду туда воевать. Для чего? Ты хочешь убивать украинцев? За что? Я? Да. Блин, была бы моя воля, я бы вас бы резал и вас кормил. За что? Головами. За что? Вас бы резал и головами вас кормил. Здорово, Бобик. За что? За что бы ты кормил? За что? Чтоб молодежь нахрен не стреляли, не убивали. Вашу молодежь, да? Чтоб вы, наша молодежь, не стреляли. Так ваша молодежь идет захватывать чужие земли и убивать мирных людей. Как их не стрелять? Их надо стрелять. На территории чужой страны их надо стрелять. Ты не согласен с этим? Куда ты убежал? Да. Убежал, гаденыш. Похоже, сторож на стоянке или что-то такое там. Наверное, на стоянке, я не знаю. Собаки там где-то. Ну, в общем, где-то что-то сторожит. Ну и как вы можете объяснить вот эту его абсолютно, с моей точки зрения, ну, абсолютно неоправданную агрессию? Я бы вас всех это самое за то, что вы убиваете нашу молодежь. Ваша молодежь, которая пришла чужую страну, оккупирует чужие территории, убивает людей. И за то, что оккупантов убивают на чужой земле, ты бы всех там порвал. Ой, я все еще жду логики, вы знаете. А логика и средний россиянин, да, скажем так, не хочу всех под одну гребенку, но логика и средний россиянин, это просто, ну, слова такие антагонисты, антонимы.